Это датское печенье известной фирмы Биска, которое упаковано в металлическую коробку, а далее вся продукция располагается в бумажных розетках по несколько штук и слоями. Вес более 400 грамм, состав вполне приятный, на удивление не вредный. Цена, конечно, высокая за коробку, поэтому обычно приобретается к Новому году или какому-то другому празднику. Вкус в меру сладкий, хрустящий, но ломкий. Имеет различные оттенки: пшеничные, ванили, сахара и шоколада. Также чуть-чуть горького, но по крайней мере темного. Является приятным дополнением к вашим напиткам, чаю, кофе, молоку. И, конечно, спасибо вам за внимание, что смотрите мои отзывы, обзоры и комментируйте их. Спасибо всем, ждите новое.